Многообразие красоты природы родного края горожане смогли увидеть в объективе осетинского фотографа. Константин Харебов представил фотовыставку под названием «Интерлюдия на фоне гор». Все снимки сделаны исключительно в Северной Осетии. Первая презентация фотографа прошла в Национальной научной библиотеке. А среди гостей были заслуженные работники культуры. Выставка из 65 работ будет открыта для посетителей на протяжении 6 дней. 10 назад я занялся напрямую цифровой фотографией и приобрел энное количество хорошей фототехники. И вот на ней я снимаю, и мне это доставляет очень большое удовольствие. Этим я живу полюбовно. Константин вообще для меня открылся в новом виде. Рад, что есть такие люди, как Константин, который несет радость людям. И вдохновение черпает он именно от природы, как он уже сказал.